Картина Шакти написана в технике интуитивной графики с закрытыми глазами. Данные способности у меня пришли после 25 лет духовных практик. Треки по местам силы Земли, занятия йогой, цигуном, даосские техники, медитации. Процесс написания картины состоит из четырех этапов. Первое – желание отразить. Картину – состояние, картину – ресурс, картину – энергию, картину – код. Второй этап – процесс медитации на данную составляющую. Третий этап – создание альфа-тета-состояния своего подсознания. Четвертый этап – это процесс написания альфа-состояния в трансформационную картину. Картина «Энергия Шакти» отражает энергию, женскую энергию. Моя медитация была на многозначность значения богини Шакти. Это материальный мир, природа-мать, внутренняя энергия человека, кундалини. Это творящая энергия нашей Вселенной. Великая, вселенская, бесконечная, божественная энергия. Это женское начало человека. После того, как я открыла глаза, я увидела восхитительную картину. Вы можете увидеть свои образы из этой картины, понять по-другому, осознать, что такое женская энергия, что такое природа-мать. Это будет ваш момент истины. В картине я закладываю только положительный код, потому что они созданы в потоке абсолютной любви.